Всем привет, дамы и господа, подписчики моего канала. Сегодня мы снова играем на проекте Amazing RP Online. Сегодня в данном видеоролике я собираюсь сделать обзор на новый игорный дом, который добавили в новом обновлении зимнем. С блоком обновлений вы можете ознакомиться на сайте Amazing RP, либо же в Телеграме. Вот. Я, в свою очередь, прочитал необходимую для себя информацию и выявил то, что нам необходимо узнать. А именно, это дрифт на Патриотском водохранилище, что меня больше всего удивило и прямо заморочило. Ну и, естественно, посмотреть все-таки, что такое игорный дом новый, и, так сказать, сделать на него обзорчик. Давайте тогда посмотрим, съездим в этот игорный дом. Он сейчас добавлен в маппинг дворца, сами знаете кого. Вот. И не забывайте вводить мой промокод Левонди, который на 5 уровне даст вам 100 тысяч рублей, а на 10 уровне 200 тысяч рублей, соответственно. Он у вас сейчас на экране. Итак, сейчас мы найдем этот игорный дом. По сути, это должно быть общественное место. По сути, это должно быть развлечение. Вот казино город Арзамас. Телепортируемся туда. И давайте смотреть, как это все выглядит. Ну, слушайте, как я и предполагал, в принципе, маппинг он как бы завораживает. Я всегда выделял отдельно маппинги проекта Amazing Online. В принципе, тут все понятно. Давайте входить в игорный дом вовнутрь. Посмотрим, что к чему и как. Ага. Так, давайте на всякий случай отключим необходимые... Отключим звуки. Давайте... Слушайте, ну это прикольно все выглядит. Естественно, тут добавили много чего нового. Маппинг обновлен, я хочу побегать, посмотреть, что к чему. Так, тут, видимо, комнаты отдыха, как мы понимаем. Ага, за уши сами. Давайте подойдем, может, чел хочет сыграть с нами в High Dice. Не, он не хочет играть. Ну, давайте покрутим автоматы на 500 тысяч рублей. Проверим вообще, как эта система работает. Какой-то автомат невезучий попался, судя по всему. Слабоватый выигрыш. К сожалению, но в автоматах ничего не выпало, как вы понимаете. Давайте побегаем по казино, вообще посмотрим, что тут еще есть. Ну, здесь, конечно, бар есть, захаваем стейк, наверное. Потому что, ну, это единственное, что я могу здесь сделать после такого проигрыша. Считайте, всадил 500 тысяч рублей. В принципе, фишки, ну, такие дороговатые достаточно. Так, рулетка. Угу. Так, надо докупить фишек. Давайте забежим, значит, возьмем еще фишек. И поиграем на рулетке. 200 тысяч рублей мы тратим. Подбегаем к столу. Видим, тут человек тоже крутит рулетку. Я думаю, чем я хуже. Ну, я всегда как бы придерживаюсь такой тактики. Срединный человек я, поэтому я всегда буду ставить второй сектор. Потому что только там, я думаю, будет какая-либо победа. Шанс, точнее, на нее хотя бы какой-нибудь. Давайте, 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 давайте. Нет, по-моему... Да, коксак, полный коксак, ребят, я не выиграл. Давайте сейчас еще раз поставим на второй сектор, потому что, ну, это вообще что-то жесть. Ва-банк хочу. А, 140 нельзя, давайте тогда, ну, 100 поставим, да, по максимуму. Блин, что-то не пишется. 100. Ага, все. Я надеюсь, второй сектор сейчас упадет. Ждем, значит, КД, 13 секунд. 10. 9. 8. 7, 6, 5, 3, 2, 1, погнали. Пожалуйста.
Тридцатка? Жесть. Третий сектор два раза подряд выпал. Но сейчас-то точно второй должен. Я уверен, прям на 100%. Но я не знаю, вообще у меня есть, конечно, идея, блин, залить на какое-нибудь число, но я не уверен вообще в себе. И в том, что я могу предугадывать среди этих чисел какое-то одно. Наверное, если я выиграю на втором секторе, потому что сейчас должен быть точно второй, то я, скорее всего, на ноль следующую залью ставку. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Погнали. Давай, 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 давай. Второй, да, второй сектор. Элементарно, 18. 120 мне дали. Ну, конечно, не густо. Давайте на ноль зальем, пофиг вообще. Зато рулетку опробовали. Рулетка прикольная, такого не было. Мне очень понравилась прикольная рулетка. Я в свое время на такой рулетке подымал нехилые суммы. Кое-где. Давайте, давайте. Ага, ОДД тут есть. Ну, это понятно. 19-36, сектора, на красное. Понятно тут. И коэффициенты пишут, это хорошо очень. В этом можно разобраться, в принципе, если вы хотите поиграть. В принципе, это все понятно и очевидно. Все, ноля не будет, ГГ. GG. К сожалению, но не повезло. Ну, вот такое вот казино, как бы, могу выделить только хай-дайс, да, который я не поиграл, могу выделить автоматы, в которых я не выиграл, могу выделить рулетку, которая похожа на рулетку одного из проектов, говорить не буду какой, но она очень похожа, но рулетка, она такая базовая, стандартная и очень прикольная, на которой вы можете, в принципе, поднимать бабки. Казино я ставлю лайк, большой зачет, потому что это реально круто, вот. Давайте тогда еще напомню вам про свой промокод Левонтий, который на 5 уровне дает он 100 тысяч рублей, на 10 уровне 200 тысяч рублей. Этого хватит, чтобы купить неплохую машину, неплохую квартиру. Ну и, соответственно, вводите его по команде slash promo. Промокод увидите сейчас на экране. И всем пока-пока.